Der Großdeutsche Rundfunk überträgt am Vorabend des Geburtstages des Führers eine Feierstunde der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Es spricht Reichsleiter Reichsminister Dr. Goebbels. Das Berliner Philharmonische Orchester unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler spielt nach der Ansprache von Reichsminister Dr. Goebbels die 9. Sinfonie D-Moll mit Schlusschor An die Freude von Ludwig van Beethoven. Берлин. День рождения Адольфа Гитлера. Еще один повод для подведения предварительных итогов. Позади Версальское унижение Германии, демократические выборы и победа фюрера. Митинговая эйфория и факельные шествия. Наступил период реализации глобальных планов. Германия докажет мировому сообществу свое право устанавливать новый порядок. Победа над Советским Союзом – важный шаг к завоеванию мирового господства. Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie. Октября 1941 года. Пятый месяц Великой Отечественной войны. Бронетанковые части вермахта стремительно наступают на Москву. Во время проведения разведывательного полета летчики Московского военного округа обнаруживают колонну немецких танков, растянувшуюся на 25 километров, о чем тут же докладывают командованию. Дважды вылетают лучшие экипажи проверить эту информацию. И лишь после того, как она подтвердилась, докладывают Сталину о критической ситуации на Варшавском шоссе. Никаких войск в распоряжении Ставки Верховного Главнокомандующего в то время еще не было. Террористы, красный контрарыв, без угрозы задевает.
воскресенье, 5 октября. Один из немногих дней, когда после изнурительных занятий, длившихся по 12 часов, курсанты Подольского пехотного и артиллерийского училищ могли отдохнуть и встретиться с родными. Что читаешь? Они еще не знали, что немецкие танки прорвали нашу оборону. А «Войну и мир» читал? Да. И именно их решено будет послать на Варшавское шоссе, чтобы на 5-7 дней задержать танковую армаду любой ценой. Вечером 5 октября курсанты были подняты по тревоге. Передовой отряд под командованием старшего лейтенанта Мамчича, усиленный двумя батареями артучилища, срочно выехал в Калужскую область в район города Медыни. Следом за ним в пешем порядке ушли остальные курсанты. Для нас это было впервые, когда ночью мы шли по Варшавскому шоссе, сотни и сотни юношей, разговаривать запрещалось, курить запрещалось, и вот в этом монотонном движении молодых людей казалось, что они совершают последний в своей жизни марш. Дыни на реке Изверь передовой отряд встретился с юхновскими авиадесантниками капитана Старчака. В течение суток численностью до батальона они без всякого приказа сдерживали передовые части гитлеровцев, занимая оборону на восточном берегу реки Угры. К вечеру сил не хватило. Пришлось отступить. Вместе с курсантами решили провести ночную атаку. Она была настолько внезапна, что позволило выбить немцев с восточного берега и вклиниться в их расположение на западном. Не ожидавшие столь внезапной атаки гитлеровцы с рассветом обрушили на восточный берег Угры мощный бомбовый удар. Они решили, что в этом районе появилась неизвестная воинская часть. В бой пошли танки. Командиры батарей Носов и Пузыренко приказали готовить орудия к бою. И вот когда они подошли близко к реке Угра, в этот момент Носов открыл огонь по недвижущейся мишени, то есть танки не двигались, они или забуксовали, но они не двигались. Это была прямая мишень. Фашисты соскочили с машин, видимо, бросили сразу уплыв, хотели переплыть в Угру, но шквальный огонь пулеметов их оттолкнул. Они обратно отошли на старые огневые позиции. Впоследствии член военного совета Московского военного округа генерал Телегин отметит: на наиболее угрожаемом направлении восточнее реки Угры
выигран еще один драгоценный день, в течение которого сделано было очень много для накопления сил. В это время по окрестным проселкам к Угре выходили разрозненные части и группы 43-й армии. Один из отрядов возглавлял лейтенант Григорий Яшкин, окончивший Подольское пехотное училище накануне войны. Мы надеялись, что мост целый в районе Кувшиново и удастся нам переправиться. Но мост был взорван. Но беда была не в этом. Беда в том, что нас обстреляли свои и обстреляли большой огневой мощью. Мы пытались убедить, что мы свои. Поэтому я прошу обратить внимание. Это сумбурно отражены во многих литературных изданиях. Но нас обстреляли свои, так называемый авиадесантный отряд под командованием Старчака. Это потом уже полностью мы установили, кто это. Можно обвинить их, но в этой обстановке, которая была тогда в полном смысле отсутствия управления, обвинять их незачем. Потому что по-другому они поступить не могли. Река Изверь. В ночь на 8 октября сюда отошел передовой отряд курсантов и занял оборону моста. 50% личного состава было убито и ранено. Сюда же прибыло подкрепление и приехал генерал Жуков, которого Сталин срочно вызвал с Ленинградского фронта. Правительство с первых дней войны пребывало в панике. В Куйбышеве, в центре города, за считанные недели был обустроен бункер ставки Верховного Главнокомандующего. Все ждали переезда Сталина и советского правительства. Сдерживая танковую дивизию гитлеровцев и моторизованную часть, имевшую в своем составе танковый полк, бригада полковника Троицкого и передовой отряд курсантов постепенно с боями отходили к городу Медыни. Село Ильинское, центральный сектор Малоярославецкого укрепрайона Можайской линии обороны. Она протянулась от Волоколамска до поселка Детчина общей протяженностью 220 километров. Здесь, в Ильинском, были возведены две линии железобетонных дотов, но закончить их не успели. Отсутствовали бронещиты к абразурам, маскировка. Сразу по прибытии в Ильинское сводный отряд курсантов принялся оборудовать боевые позиции. Местные жители рыли противотанковый ров. Немецкое командование знало о проводимых работах и все чаще направляло сюда авиацию.
Мощь немцев была настолько впечатляющая, что некоторые готовы были сдаться и прислуживать врагу. Будучи в разведке у Масалова, это против Константинова через Лужу, нас выдал один предатель. Там подсолнухи были. А наша задача была посмотреть, что же там переправляется, послали нас в разведку. И вот этот предатель кричит: господа немцы, вот они, разведчики, бейте их. Со мной был Маслов, курсант. Он не выдержал, схватился за армейский нож, говорит: молчи, сейчас зарежу. Когда схватили этого предателя, то выбежала женщина, кричит: не трожьте моего мужа, у нас дети, мы оставили его. Но все-таки танкетки открыли по нас огню, Маслова ранили. Он завернул руку в шинель, начали по подсолнухам отступать. А потом уже, когда снова пришли, я думаю, зайду-ка я в Масалову, посмотрю, как тот, в кавычках, друг, жив или нет. Входим. Выходит женщина, говорит: вы что, менять что ли что-нибудь пришли? Мы говорим: нет, мы были в октябре здесь. А ваш муж где? Здесь. Выходит муж, хрипит. Он был передовыми частями, поскольку был старостой, взят. И в тюрьме он сам себе перерезал горло. Но остался жив. Он говорит: я уже наказан, я понимаю. И вот жалко было на него смотреть, на этого предателя. Мы говорим: ты видишь, что кругом сгорело все? Он видел это все. Ну, раскаялся. А жена говорит: оставьте нас, не трогайте. Мы его оставили, не стали трогать. Десятого октября Ставка Верховного Главнокомандования объединила Западный резервный фронт в Западный, назначив его командующим генерала Жукова. Была ли уверенность у нас, у штаба фронта, что мы удержим эту линию обороны и сумеем остановить противника на Можайском рубеже? Должен у нас, конечно, не было. В это время передовой отряд курсантов вместе с другими частями удерживал восточный берег реки Шаня при въезде в Медынь. Противник зашел в тыл и вынудил курсантов отступить, оставив город. Начальник Ильинского сектора генерал-майор Смирнов приказал вернуть город. Сделать этого не удалось. На наши позиции пошли в атаку до 50 немецких танков с пехотой. И никто не смог прийти на помощь курсантам. Передовой отряд отошел на Ильинские рубежи. И все же главную задачу он выполнил. Время было выиграно.
11 октября немцы начали штурмовать ильинские рубежи. Налеты авиации сменяли лобовые танковые атаки. Враг упорно пытался прорваться по шоссе. Не получалось. Следовали атаки по флангам. Случалось, в течение суток доты и дзоты по несколько раз переходили из рук в руки. Один танк прошел через меня, через мой окоп. Я в этот момент сразу был растерялся, а потом схватил, значит, бутылку горючего, бросил в танк. Бросил танк, а потом рассохо бросил, бросил гранату. И таким образом танк запылал. Это было огромная нам радость, что мы подбили танк. Но там еще же с правого фланга танки. И вот рота этого Загоскина поднялась в атаку и, значит, и шла на эти танки. Но танки, можно ли роты сдержать-то? Танки, между прочим, вернулись назад, потому что начали стрелять 45-миллиметровые орудия, 76 зенитные стали. То есть танкам уйти невозможно. Их даже 9 танков было оставлено на поле боя. В один из дней противнику удалось прорвать оборону южнее Ильинского и выйти в тыл основным силам. Послышался гул моторов. Вот. И вот мы почувствовали, что идут танки с Малорославца. И посчитали, что это нам на подмогу идут танки наши. Вот. Ну и, конечно, выскочили из траншеи, стали кричать «Ура!», бросать, значит, пилотки вверх. А потом смотрим, когда ближе они подошли, на них десант и кресты на боках. И сразу опешили. Да это же немецкие, несмотря еще на то, что на первом развивался красный флаг. Замешательство курсантов прошло, когда танки открыли огонь. Бой был коротким. В нем отличился наводчик Юрий Добрынин, уничтоживший 6 танков. Немцам не удалось подавить нашу оборону с тыла. На карте фельдмаршала фон Бока по-прежнему оставалась надпись «Два подольских училища».